Распыление опасных препаратов или естественные причины. В соцсетях широко разошлось видео, в котором была показана массовая гибель рыбы в озере в селе Римгорское Малокрачаевского района. Называя возможные причины мора рыбы, пользователи выдвигали самые отчаянные версии, вплоть до распыления сильных химических веществ над населенным пунктом. На место выехали госинспекторы регионального управления охраны окружающей среды. Водоем был организован для водопоя крупного рогатого скота, и для разведения рыбы он не предназначен изначально. Как установили инспекторы, из-за рельефа местности отходы жизнедеятельности коров смывались в воду ливневыми дождями, а массовая гибель рыб была зафиксирована как раз на участке с наибольшей концентрацией примесей. Сотрудники управления провели забор проб воды для бактериологического и химического анализов. Результаты экспертизы будут готовы через несколько дней. Предварительная версия инспекторов – причиной гибели рыбы стал дефицит кислорода в воде. Пока над анализами работают в лаборатории, местные власти очистят водоем от погибшей рыбы. Было установлено, что данный водоем не является озером, данный водоем является искусственно созданным, используется для водопоя крупного рогатого скота близлежащими фермами. И водоем не является проточным, что немаловажно, потому что нет кислородного обогащения воды, вследствие чего мы допускаем такой вариант, что вследствие этого рыбка и умерла. Но в то же время на момент проведения и отбора проб, проверки, сидели рыбаки и тоже ловили рыбу. То есть рыба не вся передохла, то есть какая-то часть. Ну, пробы были отобраны, направлены в лабораторию. Мы ждем результатов, чтобы дать точные пояснения.